зелье втихаря. А, то есть на какой мы стадии пойдем уже атаковать? Где-то на третьей фазе. Как раз я буду на центр копать алмазы, там все такое, мы пойдем рашить. Угу, хорошо. Я пока еще переплавляю. Алмазы — это очень хорошая штука на самом деле, но по факту, как мы проверили уже со временем, зелья силы, они намного сильнее. То есть, если даже железник встретится с алмазником, но у железника будет зелье силы, то железник вполне с легкостью сможет выиграть алмазника. ПВП, забрать его алмазку. Там что за звуки такие? И? Какие-то вроде типа наковальни падают. Но этого не ломают, но это что-то другое. Другое? А там может какой-то класс, я не знаю. Я не слышу этих звуков, может где-то что-то... Две галлюцинации пошли? Да нет, реально какие-то странные звуки возле меня. Сейчас страшно становится. Да давай, там аккуратнее. Да я просто уже боюсь после того этого звука, когда следующая фаза началась, я уже побаиваюсь всяких разных звуков. А, накрывание, когда это ударило? Да, это вообще. Да. Ты что, когда мы начнем рашить, мы будем прямо стоять у кого-то next, то будет такой звук Я, пожалуй, звуки в Майнкрафте выключу. Ну, можешь делать на 1%, в принципе, вот, и нормально будет. Но это как бы, знаешь, чтобы слышать, когда твой Nexus сломают, это очень эффектно. О, вот фаза третья. Значит, видишь, что еще пишет, начался спавн алмазов на центре. То есть каждая фишка фазы, она пишется постоянно по такой цифре в чате. То есть это очень удобно на самом деле. И людям это нравится. Так, чувака красного бьем, забиваем. Натя, все, я его скинул. Так, зелье силы уже готовы. Сейчас будет зелье скорости, ты пока не просри свой шмот, главное, потому что скоро он тебе понадобится. Скоро будем уже атаковать врагов. Тут рашить противников. Наш союзник пытается меня усердно ударить, ходит за мной, бьет, ничего не получается. Ну, он просто упоротый какой-то. Да. Вот, я покупаю еще банки, покупаю сахар, редстоун. О, мне дали меч на шарпнес 3, но у него еще файрцеп 2. Пожалуй, я лучше его возьму. Так, я пойду. У меня меч железный на кнокбэк 1 и гибель насекомых 1. Я лучше дам на шарпнес 4 потом. Хорошо. Ой-ой-ой, залетел тут. Так. Убили? Так, убили, все. Ой-ой-ой, стреляю из лука, желтый. Мы пойдем сейчас на желтых рашить. Нужно будет зарашить первых желтых, потому что там есть нехорошие ребята, которых нужно рашинуть. Угу, хорошо. Вот. Типа авторитет на этом сервере. Да, не, которые просто в это. Я знаю эти книги, они тем более там ходят, видишь, мешают постоянно, они хорошо, mm-hmm. правильно? Ну да, нужно их наказать за покарать. Это. Покарать. Mm-hmm. Вот, я пойду пока закину, да, вон свак, они пишут, у них команда называется свак. Не знаю, почему они начали так называться. Свак. Название что-то напоминает, не очень хорошее. Вот. А у нас как называется команда? У нас называется не как команда, у нас команда рандомы демастер плюс 25. Нормально. Ну, это, да, нормально. Демастер тим. Непобедим. Вот, отлично. Все, пошел. Ой-ой-ой, красненький залетел. Какие да, же... сейчас уже будем... Так, ребята, собираемся все ближе к базе, сейчас уже зелья последние начали переплавляться, то есть, ну, готовится в варочном станке, уже почти, скоро будем рашить. Вот, будем назад, ты увидишь, такая толпа народа побежит, встретится с другой толпой, ты сейчас увидишь замес, в которых в Майнкрафте, вот на мини-играх очень мало, замес именно 20 на 20 примерно, это будет очень круто, очень эпично, и вот именно за это я и полюбил Annihilation, потому что здесь очень крутые замесы, вот, и, то есть, ну, ты все сам посмотришь. Ну да, в принципе, как мы будем атаковать. Как на Сейфкрафте тоже, там на войне прикольно было. Ну, видишь, на Сейфкрафте там не такое большое, но на Сейфкрафте максимум 100 человек на сервере, здесь 125, и на Сейфкрафте огромный мир, где из этих 100 человек на Сейфкрафте 50 где-то там еще, 70 где-то там еще, и дерутся в итоге 10 на 10. А здесь еще видишь, реально, здесь видишь, сейчас на сервере карта очень маленькая. Желтый на Сейфкрафте. Упс, ой, нет, нифига не привык, что так сейчас. Я привык, я привык. Вот, для меня это нормально, видишь, желтых поломаем, будем доломывать желтых тоже, доломать желтых и в синих. Желтых и синих. Синие и желтые — наши главные враги. Красные. Ну, красных я не вижу. В красных такого прям жесткого врага. Так, ну все, ребята, почти закончилось переплавление зелий. Давайте, ребят, собираемся все у Nexus через. Ты тоже беги к Nexus, мы спавнимся. Так, через 30 секунд будет баф. Через 30 секунд будет баф. Готовьтесь, я через 30 секунд бафаемся. Вот у меня уже последние зелья скорости переделываются. Ты еды с собой взял? Да, 25 арбузов. Я давил, такая... там арбузы когда добываешь, они, кстати, сами регенятся, это очень круто сделано. Да, слушай, я еще пока добуду, потому что я думаю, мне не хватит 25 арбузов. Ну, вполне, я думаю, вполне достаточно будет, и не беспокойся. Главное здесь постоянно держать у себя статус голода на сытости, потому что ты регенился. Так, все, ребят, я бегу, короче, уже к Nexus, сейчас будет баф. Сейчас будет баф, ребята, подходите все, всё, подходите. Ждём. Так, все, давайте вниз, спускаемся вниз. Так, давайте, 10. Около меня остановитесь, вот тут, сбоку, около, это, зачаратель, сколько, 10. 9, я буду считать, 8, 7, 6, ровно с меня вставать, меньше бафа будет времени, 4, 3, 2, 1,
Полетели. Так, все, есть. Все, побежали, бежим. Все за мной, ребята, все за мной. Бежим в атаку. Налево, ребят, налево получается. Мы бежим к желтым. Желтый у нас налево. Упс, синенький. Все, он сдох. Я здесь сразу сдох, да. Вот, погнали, ребят. Все налево бежим. На депе кто-нибудь достаньтесь. Да, а я майнер, но я после этого сменюсь, себе класс, надо будет хэндимена себе взять. Так, сейчас переплывем через реку, а нет, точнее, надо же переплывать, смотри, они нам мост сделали. Отлично, сейчас переходим через реку, ребят, и там всех ждем, собираемся на вражеском берегу. Переплываем, получается, реку, и там стоим все же, ребят, не ходите вперед, не убегайте. Спалите всю контору, давайте, ребят, давайте, собираемся, ждем. Собираемся вот здесь вот после этого моста сразу же, и кушаем, ребят, все кушаем, заполняем запасы здоровья. Наш тэп сломает, ребят, что на тэпе-то не ппп. Все, его убили. Хорошо. Отлично, так, хорошо. Так, кушаем, все здесь, все прибежали, нет, еще не все прибежали, ждем. Так, ну все, теперь в атаку, погнали, все, побежали. Вперед! Бежим, в атаку. Вода разлита, слева обходим, постараемся по воде не ходить. Вот здесь вот запрыгать можно, запрыгнуть, отлично. Ломаем у них, если что, броню деф тут этот весь. Перепрыгиваем, ребят, давайте, себе армия. Вперед. Заходим, я зашел уже, ребят, давайте, за мной, все, в воду тут перепрыгиваем, все это дело. Нате. Погнали, и внутрь, к Нексусу не деритесь сверху с ними не деритесь, вниз, туда, к ним, к Нексусу, и ломайте Нексус, ребята, ломайте Нексус, на ступеньки туда встаем. Ой, убивают. Офигеть, меня тоже сбили, почему, давайте, пол хп, пол хп, убегаю. Убегаю, хотя он еще остался, там все равно все умрут уже. Все наши умрут. Да, все наши умерли, все погибли. Никто, мало мы их Нексуса поломали, очень мало. Хороший у них все-таки деф стоит. Ну и я не пробежался. Не пробежал к Нексусу, и да и наши тоже как-то немного фейланули, то что никто. Все начали. А, у них тоже сила была, да, они очень сильно били. Ну да, тем более по воде трудно сражаться. Там они создали. Ну, там нужно было просто перепрыгнуть. На самом деле там через это все можно было перепрыгнуть. Там просто такой занес был, я даже ничего не понял. Просто мне один раз ударили, там пол хп осталось. Вот это хотелось, не так все просто. Ага. Вот там наш бежит живучий Джейк Джер 4. Я с ним тут выжил. Убегаем. Фух, слава богу, я не умер. Да, отлично. Так, я сейчас кое-что сделаю, сменю себе класс. А, я хэндимена себе взял, отлично, теперь мне нужно будет ломать Нексус. Фух, так, ребята, одеваемся все в железку, сейчас пойдем второй раз на желтых, будем добивать желтых до конца. А если нас добьют, если на нас пойдут кучей? А, тут, смотри, такая фишка. Короче, если мы проиграем, да, то есть наш Нексус сломают, мы еще не умрем. Я в курсе, мы да. Мы проиграем, как только нас добьют второй раз, то есть когда мы второй раз умрем. ТП, поставь ТП, да, енот, поставь ТП. Что такое ТП? Это типа телепорт какой-то? Да, транспорт. У нас есть такой класс в игре, транспорт называется. Вот, он ставит телепорты. Понял. Я люблю чувака. Из него железная броня еще дорвалась, хорошо. Так, и когда мы собираемся идти в следующий раз? Ну как только, так сразу, как только будут готовы эти телепорты. Да и когда вы все денете в железку, ты оденешься в железку уже? Да, я же не умирал. А, да нет, ты не умер? Ты чего оттуда ушел? Да. Надо было идти рашить, надо было... Не, в смысле нет, мы атаковали, у меня осталось пол хп, я убежал. А, ты убежал, ну ладно, так да. Можно. Хотя надо было все-таки рашить и ломать у них базу как можно больше. Ага. Так, ну все, я беру еще два зелья. Сейчас уже пойдем бафаться. Даю еще, ребята, одну минуту даю. Даже нету, 30 секунд даю, ребят, 30 секунд на все про все, чтобы все все сделали, свое завершили, там все свои дела, накопали себе железку. На желтых ставь транспорт, на желтых, как можно ближе. Можно даже через реку учиться, чтобы мне нужно было бежать полгода. Слушай, демастер, а шестая фаза там что будет? Там каждую минуту нашим всем Нексусам на карте будет носиться один урон. О-о-о. То есть, чтобы не затягивать игру, просто на шутбове, это же режим изначально появился на шутбове, был такой минус, то что иногда бывало, что игры затягивались на 5 часов. Ничего себе. А теперь игра максимум может идти 1.5 часа. Отлично. То есть, мы здесь с тобой долго играть точно не будем, то есть, чтобы не уставать. Я просто раньше, помню, записывал, у меня аж входило там по 7 серий аннигилейшна, по 8 серий аннигилейшна, где мы вот тут вот рашили, атаковали, нас убивали, мы опять приходили, нас опять убивали, мы опять нападали, это было очень жестко, там вообще на нас нападали, мы нападали, там такие дефы уже огромные были, в общем, жесть была, отвечаю. Слушай, а вот что-то такие кварцевые блоки стоят, и из них дым идет. А, это телепорты. А, это и есть телепорты, понял. О, желтый Нексус ломают, красные вроде бы. А, да, там красные были. Так, ну что, ребята, вы готовы? Да, мы готовы, так. В атаку. Опять сюда к зачарованию идем, да? Да, давайте опять к зачарованию идем, к зачаровалке. Давайте, ребята, давайте все сюда. Сюда давайте. Так. Давайте сюда. На то на дефе остается, ребят, нужно что-то на дефе остался. Давайте все через 10 секунд баф. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, бафаю. Все, подбирали? Да, бежим ряд на желтых, перебегаем через воду и там всех ждем. Слушай, а может как-нибудь через верх пойдем, а то как-то мне кажется, просто врываться это... Да, да, как-нибудь, там можно было обойти слева, не нужно прямо на воду прыгать, там можно, можно пропрыгать на самом деле, там сбоку есть такой обход, а я не знаю, почему все полезли чисто на воду. Ну просто все полезли, я за ним полез. Так, все, ребят, погнали, погнали слева, потому что я дошел до их Нексуса уже почти, что мне осталось только по лестнике спуститься, и, видимо, вот я умер, а кто-то из наших дошел до конца. Вот, сейчас перебегаем через воду и ждем всех, перебегаем через воду и ждем. Вот. Хорошо. На самом деле можно пройти, я уверен, можно пройти. А почему мы алмазы не добываем? Алмазы, ну видишь, это как бы такая тактика, ну пускай. Вот, алмазы добывать не царское дело. Видишь, алмазы нужно добывать, когда играешь не команда. Все, ждем здесь всех, не перебегаем, не светитесь там, вы чего туда подходите? Ой-ой-ой-ой, извиняюсь, извиняюсь. Так, все, стоим здесь, здесь, кушаем, кушаем, все, ребят, кушаем, давайте, все выполняем запас еды нужно выполнить, на голодный желудок никто не воюет, так, ну что ж, ну все, можно идти, отбегаем, стараемся бежать с левой стороны, ребят, вот там с левой стороны можно через воду пройти, вот давайте я первый пойду, покажу вам, вот здесь по камням идем, вот здесь, по-моему, сюда наверх, на бугорок вот этот, блин, тебя ударили, да, я видел. Так, убить этого блудмейджа, засранца, так, у меня 2 сердечка осталось, давайте, забегаем наверх, 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 наверх. Вот сюда, вот здесь перепрыгиваем на заборчик, и там дальше можно уже перепрыгивать, не туда, ряд, перепрыгиваем, 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 давайте, ряд, пошли. Вперед! Да я умер, черт. Да ничего себе, капец, тут просто убивает. Да, перепрыгивайте, надо перепрыгнуть, просто там пробежать, и дальше уже не по воде бежать. Я бегу, бегу, бегу к Нексусу, бегу. Кирки-то нету, кирки нету, что делать? Ломаем, кто-нибудь другой поломает. Давай, мы ломаем, мы ломаем. Ай, все, все, меня убили. Убили. На базе, давайте, давайте, знаете, мы должны прорваться, мы должны там поломать жестко. Давайте, давайте, ребят, ломайте, ломайте. Вроде бы все, больше не сломаю. Да, видишь, как мало жизни мы всего снесли, потому что не подготовлены. Идем, как-то половина умирает в пути. Вот, у нас нет хорошего дефа. Слушай, нет. А какие там еще классы есть нормальные, прикольненькие? А, посмотри, посмотри, есть разные классы. Если, наверное, тоже класс сменю сейчас. А как там ты говорил, какой-то пуш это? Что такое? Это скаут. А, вот тут скорпион, скорпион. Он такой звезда ада. Ага, нашел. Так, все, я скорпио. Скорпио. Отлично. Крюк. Ой. Я кинул крюк, и что? Синий, красный, тоже там вот такой, видишь, постепенно. Угу. Ну, в принципе, мы пока держимся нормально, мне кажется. Да. Синенькие что-то там, какие-то нейтральные. Давайте, ребята, одеваемся в железку постепенно, одеваемся в железку, ребят, не это. Не ждем, вон, смотри, желтый Нексус, что-то наши ломают, смотри, енот пробежал к ним, поломал Нексус, молодец. Uh-huh. А у меня есть вещи, есть вещи. Ой-ой, на нас бегут синенькие, или только один, да-да-да, бегут синенькие, ну их, правда, немного, но они бегут. Ай, они там двое, но один в железке какой-то там прикольный. Так, ну, вот ладно, я его вижу. В принципе, двое это немного. Ой-ой-ой, он меня откидывает удочкой, так, аккуратненько. Вот и сранец-то, а. Угу. Пойду себе еды накопаю. Рублю. Приготовлю. Как-то правильно сказать. Арбузики. Я иду к вам. Так. Так, где он, где он, где он? Вон со своим алмазным мечом, нужно его догонять. С алмазным мечом? Это опасно. Да, он себе алмазный меч сделал. Что, он уже упрыгал в воду? Синий, нифига, вот деф построили. О, нифига, там скидывают вещи, скидывают вещи. Можно мне? Не. Да, бери, 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 там вещи есть. Кто-нибудь, дайте мне вещи. Вот, спасибо, ребятки, спасибо, спасибо. Меч, о, нифига себе, ну, Fire Respect меч. Отлично. Вот, отлично. Видишь, они желтые пишут, ну, все в ТС. Угу. Они тоже в ТС сидят. Да все, мне не нужны вещи, ребята, все. Так. Вот, я думаю, мы с тобой вряд ли в этой карте, ну, хотя можем выиграть, на самом деле, я не знаю, как у нас тут катка пойдет с тобой. Потому что, видишь, очень тяжело, против нас и синие бегают, и желтые, вон на них тоже, вроде, бегают другие, но... Видишь, у них-то ачивка, типа, слить летсплейщиков, там все дела. Вот, это вот единственный минус, что когда ты летсплейщик, то что тебя все хотят слить, это не очень круто. Ну, ты играл в голодные игры, я думаю, понимаешь? Да, я понимаю. Слава богу, я с голодных игр начинал, поэтому, когда я снимал первые 50 серий голодных игр, там все нормально было. Так. Никто меня не узнавал, все было хорошо. А потом... жопа. Да, потом началось. Ага. Обычно наоборот, обычно просто все подходят, скидывают вещи, потом какой-нибудь один оказывается предатель, и всех начинают убивать, все начинают махаться, и в итоге только один остается в живых. Вот так происходит обычно. Ребята, у меня куча железных мечей, кому нужно, я скидываю тут. А ты вон в сундук кидай, вот здесь есть сундук слева, вот этот, вот сюда вот обычно все вещи скидывают лишние. Так, хорошо. Вот, если у вас есть какие-то лишние железные вещи, что-то еще скидывайте вот в этот сундук. Союзники могли брать, когда умирают, и вы тоже смогли взять. Вот, еще раз скину пароль, там газировка пришел.
один из наших таких чуваков, которые тоже часто на Annihilation сидят. Да, кстати, Газировке хочу сказать большое спасибо, он мне помогал фармить эту карбидовую броню. Если бы не он, я, наверное, до сих пор еще был на крафте лохом. Да. На крафте Газировка тоже сидит. Спасибо ему большое. Ну, сейчас он зайдет, ты ему скажешь, он еще не зашел, а сейчас зайдет. Хорошо. Что, Газировка тут, нет? Газировка? А, он может говорить, да? Он нет, не может говорить, он может только писать. Здесь может говорить, могу говорить только я. Ты под силой желтый зашли. Ой. Желтый под силой заходит, ё-моё, давай бьем. Бьем. Ой, меня убили. Давай, бьем. Отлично. Нараж. Желтый на Нексусе, отлично, мы их победили. Хотя у нас никакого дефа нет. Блин, нормально, просто рашим и убиваем, нормально. Еще желтый забегает. Нексус сейчас будет, Нексус сейчас будет бить. Ой. Бегу. Бьем, отлично, я убил его. Фух, отлично, это скаут был. Еще желтый здесь, еще. Вон еще один желтый на базе прямо ходит, убейте его. А я его не вижу, где ты? А, так. Все, у меня 4 железных штанов просто, я в шоке. Капец, тут война. Весь железный шмот, который выпили, скидываем в сундук, ребята, сундук. Вот в этот деревянный сундук скидываем весь железный шмот, который мы выбивали с желтых, чтобы ваши союзники могли подобрать что-нибудь. Uh-huh. Может, они просто в него воткнулись, как в этот сундук, и теперь даже невозможно из него что-то взять. Слушай, можешь мне просто одному пройти, попробовать сломать что-нибудь? Может, ну, конечно, можешь попробовать, не знаю, получится у тебя это или нет, видишь, что это не слишком просто. Просто какая-то карта маленькая, точнее, сама база маленькая, и поэтому там пробраться очень тяжело. Я помню, да, играл на это на шотбол, там была такая большая база, я даже не понимал, что там делать, просто пришел, один, никого там не было. Взял, сломал, ушел. А, ну ты, видимо, играл, когда было мало онлайн, у них такое часто. Да нет, было много, просто все как-то стояли, даже не обращали на меня внимания. Ну это хорошо, что на тебя не обращали внимания. Упс. Меня с одной стрелы убили. Ладно. Ты, видимо, хорошо зачарен лук, ты опасайся таких ребят. Да. Так, возьму какого-нибудь айсмена. Так, замораживатель. Замораживается пацаны. Ну он будет, он сможет бегать по воде у тебя. Или лучше пироманта возьму. Перман, ну он невосприимчив к огню и сам поджигает при ударах. Ну не всегда там есть шанс определенный. Угу, хорошо. Шанс поджечь. Там шанс зажечь звезду на СТС, короче. Угу. Понятно. Так, все, у меня есть железная броня, тут наскидывали люди. Это так. Хорошо, что у тебя есть железная броня. Так, ребята, чё, как там, готовы, не готовы? У нас еще есть 2 зелья, мы можем еще раз расшинуть. Желтых. Че, ребят, готовы? Да, плюс в чат, кто готов? Газировка, ты готов? Все готовы? Спонсор Газировка. Нет, он Газировка, кстати, зашел тебе, ты можешь сказать ему спасибо. Да, я говорю тебе большое спасибо за то, что ты мне помог на Цефкрафте с броней нафармить. Реально очень помог. Спасибо тебе. Ты ж Газировка, видишь? Ты популярен, ё-ма. Так, ну что, ребят, всех next, ребят, давайте баб через 10, да хи не могу помнить, 8, 7. А не, я спустили, это не взял. Жди здесь, ребята, ждите, я сейчас зелье не взял. Обманул так всех, позвал, зелье не взял. Так, отлично, ребят, все, давайте, ждем. 5. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бегу. Все, взял. 3, 2, 1. Так, все здесь? Да, вроде все здесь. Бафы. Там чувак кричит, что нас. Там кто-то нападает у нас. Нас рашит, ну сейчас мы на них тоже. Кто нас рашит? Кто? Синие? Что-то я не вижу никого. А, может. Желтые? Ну сейчас мы убьем их туда по пути. Угу. Я не нас рашу, так что их не вижу. Я тоже не вижу. Нас обманули. Ой. Стоп. Это их Нексус рашит, отлично. Так, хорошо. Вот желтого вижу, так. Даже 2. Еще, 3. Еще 4. О, нифига, их тут. Война, ребята, битва. Они на нас нападают, мы нападаем на них. Мы встретились, меня ё-моё. Офигеть. Бьем. Битва просто была, жесть. Такая толпа на нас напала, но мы тоже их рашили в итоге. Не мы их не зарашили, не они нас, их ломают, отлично. Ой, да, у меня куча железки, все, я, короче, пошел их давай тоже. Давай на базу внеси эту кучу железки, я какого-то парня добил желтого с каменным мечом, я его убил. Неси на базу, сундук кидай там, пусть себе. Все, я несу. Так. Как он так пробрался, вот? Читер. Давайте, ребят. Били его, все, хорошо. Это невидимка, он может по длине невидимости забежать, понимаешь? Понял. Просто видишь, по длине невидимости опасно, то что без шмота бежишь, можешь спалиться, партии куда-то тебе все равно идут. Тут нужно парня, наверное, замутить, потому что он что-то прямо сейчас разбушевался. Ну, модератор, хелпер, это сделай. Так, да как опять прыгал, так? Да ё-моё! На дефе нет, никого на дефе просто нет, ребят, вы же сказали, что на дефе будете, ребят, ну чё? В общем, я тоже постою тогда пока что. Желтые. Опять желтые говорят рашит, ребята. Нужно защищать.
Наш Nexus. За Nexus. Да, там какие-то два чувака говорили, будут Nexus защищать, итоге нифига не защищают. Вот. Не царское это желтые дело. Желтые действительно бегут. А нет, желтые не бегут, это пара кожанчиков было. Так, фаза вот пятая началась. Nexus получает двое большой раны. Да. Это фишка пятой фазы. Угу. Вы атакуем желтый Nexus директ, наш чувак. О, да-да-да-да-да, просто красавчик. Хорошо, молодец, очень молодец, парень, красава, вот. Так, я пошел на желтых. Мы тоже идем на желтых, без зелий, правда, ну да ладно. Да пофигу. Ну, у меня еще есть сила и скорость, в принципе, так что... Какие-то везде эффекты вообще прикольно так сделаны. Ну да-да, мы старались, ты что, мы над дальнейшим работаем, мы работаем над этим. Так, мы сейчас похавали, наши чуваки под зельями все еще уже бегут, те, кто под зельями, я без зелий лишнего, но ну, есть ребята под зельями, которые атакуют, пусть атакуют, я с ними вместе бегу, возможно, мы даже тащим здесь немножечко.